топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Народный артист России, актер театра юного зрителя Николай Иванов умер в Санкт-Петербурге. О кончине знаменитости сообщили его коллеги на странице санкт-петербургского ТЮЗ имени Брянцева во ВКонтакте. «Мы будем помнить нашего Ник-Ника невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни, театру», говорится в сообщении. Артист ушел из жизни в возрасте 77 лет после продолжительной болезни. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Дата и место прощания будут объявлены позже. Николай Иванов запомнился зрителям по ролям в таких кинокартинах, как «Красная палатка», «О любви», «Сошедшая с небес». Однако самую большую популярность принесла актеру главная роль в сериале «Вечный зов». Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.